Вице-адмиралу военно-морского флота Владиславу Ильину исполнилось 70 лет. Юбиляра чествовали на его малой родине в Комсомольском районе. Торжества проходили в местном доме культуры, но даже такой зал с трудом вместил всех желающих поздравить земляка. С чего? Морская романтика Владислава Ильина привлекала с юных лет. Уже в 23 года, окончив военное училище, он стал командиром электронавигационной группы, а позже и капитаном ракетного крейсера. На счету экипажа корабля сотни учебных и боевых походов. Сам вице-адмирал признается, что под водой в общей сложности он провел более 6 лет. Глава Чувашии отметил, что на таких примерах необходимо воспитывать молодежь. Много у нас и других героев, но вице-адмирал, он у нас один-единственный. В школе он учился, стремился получать достойные знания. Потом по жизни, куда поступил учиться, всегда стремился быть отличником. Поэтому благодарен вам, товарищ вице-адмирал. Хочется пожелать вам мира, согласия, любви и многое-многое лета. С праздником! Звание вице-адмирала Владислав Ильин был удостоен более 20 лет назад. Сейчас в отставке он посвящает себя военно-патриотическому воспитанию молодежи, стоя во главе товарищества офицеров. Я как пионер, который собирал колоски на полях Комсомольского района, клятвенно заверяю, что буду пахать не как моря пахал и океаны, пахать на ниве и сынов Отечества, и других благих делах. Землячестве. И теперь вот в землячестве я только начинаю жить. Сыны Отечества – частые гости в республике. Офицеры проводят смотры кадетских отрядов и уроки мужества, поддерживают поисковиков. Закономерно, что благодаря этой работе в регионе уменьшается количество уклонистов. Все больше ребят поступают в военные вузы. Трамплином для кадет должен стать и новый корпус. Вы как губка впитываете наши помыслы, наши идеи, а потом эту напитанную губку отжимаете как результат нашей плодотворной работы. Вот примерно так, если уж экспромтом сравнить. Сегодня приступили все 400 кадетов к учебе в этом кадетском корпусе. Ну и наше деловое сотрудничество налажено. В районе огромное уважение и почетного гражданина Комсомольского района присвоили. Я уверен в том, что мы дальше также будем эффективно работать во благо нашей России, во благо нашей Чувашии. Владиславу Ильину присвоили звание почетного члена землячества Комсомольского района. Когда-то такое свидетельство получил и космонавт Андриан Николаев. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика.